Когда развалился Советский Союз? Ну, в 2900-х годах. В 2900-х годах? Нет, сейчас. Я помню, кто, который еще продал так. Я сейчас вспомню фамилию. Кого он продал? Аляску? Да. Ребят, привет! Задаем очень легкие вопросы. Ответив правильно на первые 5 вопросов, ты получаешь 1000 рублей. Если хочешь удвоить эту сумму, еще один вопрос и еще 1000, если правильно ответил. 2 косаря. Если ты на 6 не ответил, ты ни черта не получаешь. Тема сегодняшних вопросов – это знаменитости на все века. Ох! И хлопот доставил он нам в 1812 году. Я наблюдаю за тобой, чтобы ты даже не пропукал это слово. Все очень плохо. Так. Бро, давай общаться, я тебе подскажу. Смотри, на Россию напали эти демоны, лягушатники, французы. И вот он был среди них главный мужик. Вкусный торт. Наполеон. Наполеон. Фамилия. Наполеон. У-ху! Наполеон, наверное. Наполеон. Наполеон. Да. Наполеон. 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 Тык-ды! Какой нибудь звук издашь, который типа победный. Будем. Все, больше не будем тебя просить это делать. Хрящ! В период его правления распал Советский Союз. Это не Брежнев, не? Нет. Не Брежнев, кто развалил? Когда развалился Советский Союз? Ну, в 2900-х годах. В 2900-х годах? Нет. Сейчас, я помню, кто, который еще продал так. Я сейчас вспомню фамилию. Кого он продал? Аляску? Да. Фамилию я плохо помню. А когда он продал Аляску? Ну, примерно хотя бы. Даже примерно не... Ну, сейчас скажу, секунду. А кому продал? Америкосам, наверное. Америкосам продал Аляску. Этот паразит. Еще и Советский Союз развалил. Но это не точно. Но это не точно, как бы. Последний президент СССР. Хрущев. Горбатый, я сказал горбатый. Сейчас кто? Путин. До Путина. Медведев. До Медведева. Путин. До Путина. Медведев. Мне 30. Как ты думаешь, я застал Советский Союз или нет? Да. Застал, да? Ну, вот частичку, да. Угу. Либо нет. Либо нет. Прикинь, мне 3 года, я включаю телевизор и смотрю, ни хрена он охренел, он еще и Аляску им продал. Нет, не так. У меня чуть сердце не остановилось. Ельцин ушел с правления, и потом вроде после него Путин был. Значит, Горбачев. Логично, брат. Михаил Горбачев. Сколько тебе лет? 18. Ты гений! Хрящ! Общество получило свободу, и это самое главное завоевание. Горбачев. Да, конечно, я так сказал. Да. Горбачев. 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 Да. Так. Горбачев. Михаил Горбачев. Но ты же знаешь, при ком развалился СССР? Конечно. Ну, при ком? При Сталине. Не, ну серьезно, отвечай, ты же, ну, давай. Ну как надо, я просто. Говори, как есть. При Брежневе. При Хрусталеве. Да, да, точно. Ну вот. Это сейчас укол в мою ягодицу? Нет! Как говорят, за знаниями он из Архангельска пешочком до Москвы дошел. Ломоносов. Ломоносов? Хрящ! Ломоносов. 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 Пешочком с Архангельска до Москвы. Ты молодец! Почему я не задаю сложные вопросы? Потому что сложные вопросы я не знаю. Что для меня как добрый день, то я и задаю. Это главный герой Илиады Гомера. Одиссей. Ну, там... Прикольно. Одиссей там был. Но этот чувак, он еще круче. Персей. Этого чувака там не было. Так, Илиада. Про что там, прочим?
Это не там, где Медузу убили, Персей. Медуза! Нет, слушай, не там. Опа. Смотри, там много героев. Ну, там реально много героев, но он VIP. Ну, по крайней мере, на мой вкус. Греки решили напасть на Трою. Одиссей подошел к нему, говорит, брат, поехали. Он еще так ломался. Вот в итоге решил, что надо ехать. Он полубог вообще, кто здесь? Я туда пойду на войну, к троянцам я пойду, потому что меня должны знать все. И он специально поехал на эту войну, чтобы ты его знал. Он говорит, я хочу славы, говорит, на тысячелетие. А мать ему говорит, ты что, сынишка, говорит, не езжай туда, убьют тебя там по-любому. Он говорит, ну, по крайней мере, говорит, если я не поеду, меня знать не будет никто. Я, честно говоря, не помню, кто у него матушка, но такая она серьезная баба. Короче, был прикол такой. У него был друг Патрокл. Он как брат ему был. И вот Гектор валит Патрокла. И он такой... Слуга! Гектор! Гектор! И, короче, уходит Гектор, он ему на-на, и все. Так называют одну из частей твоего изнеможденного тела. Слабое место называется его именем. Пятка. Там был и Менелай, и Агамемнон, и Парис, и Гектор, и Патрокл. Там все мои вот одноклассники. Так, если Патрокл, должен быть Ахиллес, по идее. Что так был? Ахиллес, Патрокл. Одиссей. Нет, не имя. Ахиллес. Да. Хрящ! Ахиллес. 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 Ахилл же точно. Ахилл, да. Ахилл. Ё-моё. Ахиллес. Ахиллес. Не знаю, пусть будет Ахиллес. Правильно. И его матушка взяла его еще младенцем в такое вот корыце, где была какая-то святая вода. Mm-hmm. И вот только за пяточку держала. Mm-hmm. И вот, сука, этой пяточкой дала себе знать, понимаешь? Mm-hmm. Ахиллесова пята. Бро, ты дошел до пятого вопроса, ты щенка почти рядышком. Короче говоря, этот чувак замутил электрическую лампочку. Сейчас. Ты не подсказывай. Серп? Якут. Не знаю, ну Тесла пусть будет. Бро, давай еще подумай. Он и с телеграфом там замутил. Он даже алло, это его замут. С ним есть история, которую многие знают. Он еще мелким приходит домой со школы, матушке письмо из школы передает. Матушка читает и плачет. И говорит, сына, они написали, что ты гений, и тебе в школе не хрен делать. Обучайся дома, типа. И потом, когда он стал старше, он нашел это письмо. Знаешь, что там было написано? Ваш сын даун, поэтому ему не хрен здесь делать. Поэтому пускай вы сами его учите. Я сейчас заплачу. Реально сейчас заплачу. Гений! Походу понял, это Эйнштейн, наверное. Нет. 7, 8, 13, 45, 100 секунд, 118 секунд. Томас. Ну, Томас Эдисон в теории. Да! Хрящ! Эдисон. Эдисон. А, Томас Эдисон. Знакомое имя, фамилия? Да, да. Косарь твой, я тебя поздравляю. Вопросы были несложные. Ну, кроме Илиады, который меня... Ну и смотри, да, и шестой вопрос, он такой же. Ну, просто он шестой. Отвечаешь на него и два кусочка. А если не отвечаю, то 0 рублей. Не, давайте на 1000 лучше. Да? Ты уверен в этом? Герой нашего сегодняшнего шоу Кирюха. Молодец. Так, держи. Спасибо огромное. Спасибо. Давай. Если ты хочешь поучаствовать тоже в этом, то это можно сделать через день, через два дня после опубликации этого видоса. Я замучу прямой эфир в Инстаграме. Там есть же такая функция в Инстаграме, где можно, чтобы и твое лицо было, и мое лицо, и все видели. В общем, мы это замутим и общаемся, я вопрос задаю. Подписывайтесь на мой канал, там лайки, дизлайки, комментосы. И в Инстаграме будет движ, где участвовать будете вы. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни. Раньше или позже наши общие усилия дадут плоды. Наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе. Желаю всем вам самого доброго.